Приветствую, друзья! В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Это был такой же необходимый аксессуар, как в наше время мобильный телефон. И на это у наших предков были свои резоны. Колокольчик значительно облегчал поиски человека, если тот терялся в лесу. Кроме того, звон бубенца по поверью отпугивал диких зверей и ядовитых присмыкающихся. Испокон веков считалось, что трель колокольчика отгоняет злых духов, а их было в давние времена не меньше, чем сейчас. Бубенец, повешенный на шею лошади, настраивал животное на определенный ритм, сбить с которого не могли внезапно появившиеся на пути волки или другие неприятности. С помощью колокольчика лечили много хворей, например, мигрень или меланхолию. Звон колокольчика отлично пробуждает человека после бессонной ночи и отрезвляет после злоупотребления горячительными напитками. Колокольчик также использовали при принятии важных жизненных решений. Для этого нужно было непрерывно звенеть над ухом в течение нескольких минут. Первая мысль, возникшая после прекращения трели, признавалась верной.